Скумбрия, фаршированная овощами и грибами, запекается со сливками под сырной корочкой. Такое рыбное блюдо украсит любой праздничный стол. А готовится рыбка просто и быстро. Угощайтесь на здоровье. С удовольствием делюсь с вами рецептом, как приготовить скумбрию сливочная неженка. Мясо рыбы и начинка при запекании пропитываются сливками. Рыбка становится невероятно нежной. Набор овощей можно менять по своему вкусу и наличию. Запекайте скумбрию не более 20 минут, чтобы не пересушить ее. Подготовьте необходимые продукты. Скумбрию выпотрошите через спинку. Для этого сделайте острым ножом два надреза вдоль хребта от головы до хвоста. Надрезайте только до реберных костей. С помощью кухонных ножниц надрежьте хребет возле головы и хвоста, и вытащите его из рыбы. Также обрежьте плавники и хвост. Выпотрошите рыбу, удалите черную пленку и реберные кости. Промойте тушку под холодной водой. Лук очистите, обжарьте на разогретом оливковом масле до прозрачности. Добавьте замороженные овощи, готовьте в течение 2 минут. Грибы вымойте, обсушите, разрежьте на четвертинки. Обжарьте вместе с овощами в течение 2 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Разрезы на спинке рыбы соедините на концах зубочистками. Разместите тушку на животе на противне с пергаментом для выпечки. Наполните скумбрию начинкой. Залейте начинку сливками, посыпьте тертым сыром. Поставьте фаршированную скумбрию запекаться в духовку при 180 градусах на 20 минут. Приятного аппетита!